И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Wolves. Также на Гидезисе, и сегодня мы продолжим выживать на этом прекрасном мире. И для начала я хотел бы вам показать, во-первых, да, я установил лампочку, чтобы здесь было светлее. Во-вторых, ночью это так кайфово все видно. Каждый ресурс, все видно, все дела. Короче, все ресурсы я сюда установил, даже на превьюшке вчера уже сделал вот эту вот всю стенку. И вот эту стенку я добавил для холодоса. Но я очень сильно расстроился, что нельзя закинуть сюда семена. То есть семена почему-то нельзя закинуть. Какого фига? Чё за нафиг? А в чем прикол, я бы даже так сказал. Но при всем при этом можно закинуть сюда какие-то стрелы. Блин, пули можно закинуть и так далее. Ну хорошо, допустим, эта штука нужна и так далее. Но, камон, не всем же. Ну, в общем, непонятно. Вот, особенно рог червя и рог шерстистого носорога. Ну, то есть, как бы, очень непонятно, по каким критериям то или иное можно закинуть сюда. Такая вот фигня. Так. Ой. Вот, ну, да, вот, например, элементальную руду я закинул. Пускай будет, короче, тут примерно с таким макаром. Создаю полимерчик немножечко ходил за обсидианчиком, подлутался его немножко. В общем, подобывал немного ресурсов, вот там камешек добыл, металл добыл, кстати, да, металл и этот металлолом у меня здесь. Я решил его отдельно вывести. Во-первых, он там нафиг не нужен. А во-вторых, около печки он как-то более логично сидит. Вот. Здесь вот у меня метальчик плавится. Все дела, все хорошо. Свет включили. И вот смотрите, вот и про что я говорил. И типа без света все, уже ничего не видно. Вот просто уже ничего не видно. Кстати, да, поставил такую фигню у себя здесь, чтобы перемещать ресурсы, и поставил такую же фигню на сборе ресурсов. В целом очень печально. Я надеялся, что он будет работать и без меня, типа сюда ты пыхнул Диноса на сбор ресурсов и он автоматом скинет. Нет, без наездника они не скидывают. Но если ты на нем телепортируешься, допустим, давайте сейчас покажу, это займет недолго, много времени. Допустим, вот так вот. Пишешки. Вот, допустим, на перекросе. Если я буду на нем находиться, я телепортируюсь туда, оп, то предметы перемещены были. То есть, как бы, вот так это можно сделать. Но если ты перемещаешь Диноса отдельно, то нельзя. Ну, как-то это, короче, так работает. Давай сделаем светлее. Непонятно. Непонятно, почему. Ну, жаль, что просто так с Диносов нельзя переместить ресурсы. Было бы очень классно переместить его на базу, а потом хоп, обратно к себе призываешь, и все. Кошка вышла, дверь открыла. Ах. Короче, что сегодня будем делать? А, вообще, сегодня пойдем еще раз по заданиям, а в следующей серии, я думаю, пойдем томить кого-нибудь, кого пока сказать не могу, но кого-нибудь обязательно пойдем томить. Подожди. Да, я на этой карте однозначно, в этом сезоне однозначно прям, скажем так, получаю некое удовольствие, убивая вот этих вот электрофобусов. Я их просто терпеть ненавижу. Они козлы. Не, Кнедари, конечно, еще хуже, но электрофобусы прям меня раздражают в этом плане. И я прям некий кайф ловлю, когда их все-таки убиваю. То есть они просто так уявляются, я такой: о, классно, надо сделать дело. Я не знаю, почему так, но я делаю именно так. Короче, ладно, погнали по миссиям. Сегодня, наверное, пойдем. О, точно! Погнали мочить этих. Мочить этих. Так, что у меня? Мне нужен элемент.
Точно. Точно, точно, точно. Да. Элемент лучше всего получить вот так. Элемент, допустим. Да давай десятку. Надо будет еще в лунный биом сгонять и вот этого всего добыть фрагментов. Хотя я пытался по вулкану протусоваться и добыть фрагментов, но короче, не получилось. Скажем так. Будем честны, не получилось. А, и гарпун. Естественно, гарпун, потому что под водой ничего не стреляет. Ну, вы поняли, надеюсь. Если не поняли, то я надеюсь, вы поймете. Да, я собрался. Так, гарпун. Вот же говно. Нету гарпунов. Я, конечно, подготовился на высшем уровне. Решил починить броньку, а у меня хитина нет. Сходил за хитином. Заодно сейчас покажу вам, как все это дело работает. Берем, отправляемся домой. На сброс ресурсов. Главное, чтобы сейчас это все быстро работало. Быстро прогружало в смысле база. И, то есть, сидя на жабке, должны сброситься, по идее, все ресурсы, кроме кожи сарка. Да, кожи сарка. Потому что под нее нету ячейки. Все легко и просто. Ну, а мы, соответственно, уже жабкой уходим на место и встаем. Вот такие вот дела. Ну, а теперь погнали. Догадались или нет, но мы идем на вот ту миссию. До этого была миссия с кальмаром. Сейчас же будет миссия с мозиком вроде бы. Теоретически должно быть полегче. Но это теоретически. Так. А, ну господи, какой вы, конечно, догадались. У меня же название миссии всегда пишется в этом. Название. Название миссии, название видео. Все. Масло масляное, но вы поняли. Океаническая мозаика. Забрано. Да. Все правильно. А, че, уже стартуем? Стартуем. А куда стартовать? Так. Ой, это же опять с этими стрелочками дебильными, да? Ну окей. Мозя. Ты за мной, я пока стрелочки найду. Ага, вот стрелки, нашел. Ой-ой-ой. Ну как стрелки? Это не стрелки даже, а рыбьи хвосты. В смысле, опять по тому же самому маршруту, что ли? Ну давай. Нет, здесь уже маршрут другой. Но стартуем на дно всегда по одному маршруту. Сейчас здесь, по идее, уже должен скоро мозик появиться. Так что надо быть поаккуратнее. Нет, еще не появился. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Полегче! Это что, можно вынырнуть и потерять мотозавра, да? Фу, надеюсь, он сам туда не заплывет. Так, стоять. О, а вот и мазазяка, мазазяка, мазазяка! Стоять! Стоять! Мазазяка! Твою мать, иди сюда! Стой! Так, стоять! Пассив! Пассив! Иди в сраку! Да, короче, да вы поняли. Он как самозащита жахнул по нему в 30 тысяч и все. И то сдриснул. Ну да, короче, здесь будет явно намного легче, чем с кальмаром.
Сейчас надо эти найти стрелочки. Куда плыть? Куда плыть, куда плыть, куда плыть? Где-то я тут стрелки эти видел, дебильные. Дебильные, плохо видящиеся. О, плохо видные стрелки. Отлично. Не, ну кальмар был, конечно, пожестче все-таки. Так, со мной. А, вот мы стрелки. Надеюсь, Мозик за мной. Мози, 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 давай, давай, давай. Ой, ты иди в жопу. Мози, ты что? Под водой свист плохо слышно, что ли? Погнали. Ну, блин, дает. Отлично. Ну, слушай, ну эта миссия оказалась намного легче, чем я думал. Ну, хотя я понимал, что кальмар намного жестче, чем мозазавр, но, блин, ну не настолько же. О, Озик. Иди сюда. Ай-яй-яй. Вот смотри сейчас. Оп. И все. И скрипт срабатывает, тот сдриснивает. Ой, блин. Теперь мне надо идти. Короче, самое сложное здесь, вот в этой миссии, самое сложное, это стрелки найти. Так, ходи, Мозя. Давай разберемся с этой тварью сначала. Отлично. Ну ладно, пофигу, попнули, короче. Так. Я не знаю. Я не могу найти следы. Да иди ты в шок, ну ебогу. Ну что ты вот. И без тебя тошно. А, вот, нашел, 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 нашел. Нашел. Да что ты там застрял-то? Ну ёб твою же за ногу. Так, ладно. Иди нафиг. Так. О! Меня пролагало. Ну, отлично. Все, напал на след вроде бы как. Еще бы мне идти. Так, вот, вот. Еще нужно... Многие собирать обязательно, то есть нужно обязательно энное число их собрать. Я, кстати, так и не читал, сколько именно нужно собрать. Но процентов 80 по ощущениям собрать точно нужно. Ну, может 75. А может сами вообще не собрать. Что-то, короче, здесь вообще какая-то фигня, не знаю. А, она резко вниз идет. О. Ну хотя бы на контрасте я могу разглядеть. Ага, вот. Вот он. Вот он, буйный мазазяка. А это там кто? Левдон? Я забыл, что вообще такие вот существуют еще. Офигеть. Офигеть. Я реально забыл, что такие тоже существуют еще. Класс. Так, что нам в итоге дали? Так, ну пистолет мой. Шлем тоже мой. А ты уйди отсюда. Уйди, уйди нафиг. Скотина. Не мешайся. Простите, я туплю, у меня 8 часов утра. Ну, вариантов нет, записываем так. Перчатки. Перчатки это хорошо. О, прикольно седло. Но
Ну, ладно, все равно лучше, чем то, что у меня. Удочка, топорик чуть-чуть получше, чем у меня. Ну, в целом ощущение, что мне здесь что-то нужное дадут, по крайней мере, с этого всего. Это хорошо, что такое ощущение есть. Значит, не зря сгоняю. Ну что, погнали еще разочек. Ну, на бетке они уже дамажатся по 5000. Просто насколько разница, да? Тот же самый, зато уже разница на сколько урона. 5-8, ладно, 6000, фиг с ним. Тот был по 4-30, это 6000. Просто в 5 раз. Интересненько. Но все равно лучше, легче, чем тусить утис. Хотя меня, кстати, там флешбэк словил. Я просто такой плыву, смотрю, тусить утис. Такой, да ёб ты, серьезно, что ли? Да ничего. Ничего. Он, это был простой тысячи утис, не 600-го левела. Так что все было легко и просто. Плывем, плывем дальше. Ну да. Прям чувствуется, насколько, да, разный урон. Вот такие вот разницы, блин. Давай уже подходи ко мне, я не хочу пытаться плыть у тебя. Это неблагодарное дело, пытаться где-то что-то разворачиваться. Ах ты, Книдария. И что мы в итоге получаем? Ну, Василиск, ну, хорошие перчаточки получаем, которые я чинить не смогу. Вот эти шмотки я могу чинить, так я не могу чинить. Там вообще жопа полная. Получше седло для Дедикуруса получил. Ну, так, перчатки и седло для Дедикуруса. Вот, по сути, все, что я здесь могу получить. Ну, еще возможно... А, ну вот штурмовые ботиночки, хорошо. Прочность... Ну, хотя здесь прочность лучше, а чинить их явно дешевле. О, кнут! Кнут тоже неплохо. Пригодится. Ну что, погнали за альфачом. Самое тупое, это реально искать эти сраные, долбанные отметки. Прям это самое тупое. Прям самое бесячее, самое тупое. Урон специально сейчас, ну то есть у меня есть что вкачать, но урон я вкачивать не буду. Для чистоты эксперимента, чтобы уже было, ну, более понятно, насколько разнится урон. Это ёб твою ж за ногу. Все-таки ночью намного легче эту миссию проходить. Еще раз убедился в этом. Ну, посмотрите, просто насколько она прям сильно выделяется все вот это. То есть ты как бы сразу же ее видишь, где, что и как. То есть тебе не нужно что кто-то куда-то искать. Ты сразу же видишь, куда нужно плыть. Даже на мозике я вижу, где эти долбаные хвостики. Я всегда стараюсь по максимуму собрать в этом в первые разы. Смотри. А, по 800? По 800? Или все-таки по 800? Это я по мозику по 800 глушу. Офигеть, насколько разница, да? Там было 5800, сейчас просто 800. То есть это даже не в 6 раз между бет, как между бетой и гаммой. Офигеть. Это ужасно, это ужасно. Все, отлично. Только 5800. Ну, примерно 80. Делим на 880. Они тоже, ну, почти в 7 раз, я бы даже так сказал. Может, и там тоже было почти в 7 раз. Ну, в 7 раз, короче, уменьшается, будем считать там. Офигеть, да? Насколько разница сразу же. Всем, всем и всем. О, всем. Что-то я уже перебрал. Всем и всем. То есть, я как бы сначала ты такой, легкая прогулка, потом тебе, ну, тебе по щам такой. Ладно, хорошо, выдержал, потом тебе просто нахуй поедем. Я не знаю, как это еще объяснить. Насколько эта разница прям сильная. Ужас. Ладно. Погнали. Офигеть. Насколько разница в уроне. Ужас. Я вот, получается, смотрю по остальным урон. 5882.
И по ходу дела по гамме 7-кратный урон. Ну ладно, 6-кратный урон, допустим, 6-кратный, бог не. 6-кратный урон, то есть от того, что мы имеем по бете, мы имеем обычный урон, а по... На тебе, ублюдок! Вот, а по альфе, наоборот, уменьшение урона в 6 раз. Ну, по крайней мере, это более логично выглядит. Прикольно. О, хвостики. Или не хвостики. А, черт побери. И, кстати, да, на альфе мы уже плывем по другому пути. Легче он или не легче, но я точно могу сказать, после второго я нашел как-то хвостики легче. Ну, блин, слушай, альфа реально легче. Я здесь хвосты намного легче нашел быстрее. Прям намного легче. Ну, просто ты смотри, дорожка. Ночью нужно плавать под водой. Особенно если есть гамма, да даже без гаммы вообще просто изящно найти все это дело. Вот смотрите, я сейчас гамму вырубил. И без гаммы еще намного изи-бризи найти все это дело. Он, смотри, почти все хвостики нашел. Я классный. Ну, в общем, вы поняли, все-таки... Ой, ну, давайте включу все-таки гаммочку. Все-таки... Да. Ночью нужно подводными поисками заниматься. Потому что это прям намного легче. Да и, думаю, не только подводными заниматься. Потому что все вот эти вот это, я думаю, тоже мы посмотрим. Кстати, я больше же нигде не занимался такими вот поисками, как сейчас. Да? Даже интересненько. Блин, ладно, добью их уже. Отлично. О, я перегруженный. Прикольно. Так, и что мы здесь получили? Блин, я не разделил. Но что-то примерно начиная вот отсюда. Ну, на мешаньку хорошая. На дедикурус вообще прям огонь. Ну, получается, на мешанике получил седло хорошее. Неплохо. Дедикурус, мешанки. Да, конечно, все-таки жаль, что их нельзя переизмалывать, перемалывать. Но, блин, что поделаешь. Ой, как-то так. Погнали домой. Вот такие вот дела. В целом, что я могу сказать? Миссия прикольная. Это интересная. В чем-то лучше, в чем-то хуже, все как обычно, но очередной раз убедиться, ночью, только ночью нужно эти долбанные поиски производить. Нифига не видно этих долбанных, ну, хотя бы подсвечивались бы как-нибудь днем, я не знаю. Ладно, фиг с этой миссией. Прошли хорошо, благо хоть последнюю миссию я проходил ночью, а на альфе проходить ночью это очень важно, так как, ну, сами понимаете, время ограничено. Ну что, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, мне, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока!